О чем мечтает каждый из нас после тяжелого трудового рабочего дня? Конечно же, об отдыхе. Один из самых распространенных видов спорта – плавание – поможет вам получить заряд бодрости. Благо, в нашем городе бассейн «Дельфин» компании «Уралкалий» открыт для всех желающих. О плавании не только узнаете прямо сейчас. Это программа «Проходка», я ее ведущая Илона Измайлова. В «Уралкалии» понимают, что самой главной ценностью компании являются люди, работники предприятия. Именно от их профессионализма зависит общий успех. Заботится компания и о здоровье своих сотрудников. «Уралкалия» продолжает развивать объекты социальной сферы. К услугам калейщиков и всех жителей города – санаторий-профилакторий, культурно-досуговый центр, спортивный комплекс и лыжная база. А также столь любимый многим горожанам плавательный бассейн «Дельфин». Сегодня это не просто бассейн, это целый спортивный комплекс, где каждый сможет найти себе занятия по душе, чтобы быть здоровым, сильным, бодрым и веселым. «Дельфин» – это просторное и светлое помещение, кристально-прозрачная вода, сауна, выполненная из натуральной липовой доски, мини-аквапарк, водопад и гейзер, оригинальная подсветка воды и приветливый персонал. Здесь каждый житель города, не только сотрудник компании «Уралкалий», может привести свое здоровье в порядок. Спа-салон в первую очередь, конечно же, привлекает женщин и девушек. Именно там можно побаловать себя различными процедурами – тепловое обертывание, горьким и молочным шоколадом, маслом какао. При холодном обертывании используются морские водоросли. Это уникальная процедура, в том числе и для профилактики варикозных болезней. Здесь же можно пройти антицеллюлитные программы на маслах и травах. Совсем недавно в спа-салоне бассейна «Дельфин» появилась новая услуга – паровая бочка. Несколько минут в этой бочке, и из организма выводятся все вредные вещества. Тело расслабляется. На втором этаже комплекса расположился спортивный зал. Там можно накачать мускулы, привести свое тело в форму или просто пробежаться по беговой дорожке. Совсем рядом в зеркальном зале можно под динамичную музыку и наставление опытного тренера попробовать себя в аэробике – классической силовой и степ-аэробике. Мечтаете танцевать? Тогда приходите на зажигательную латиноамериканскую сальсу, изящную стрип-пластику или современный гоу-гоу. Если вам противопоказаны силовые нагрузки, то вам подойдет акваэробика. Это совершенно безопасно. Сочетание аэробики и силовых нагрузок приведет ваш организм в нормальное состояние. Ну а побаловать себя напоследок можно массажем. Приятная обстановка и полное расслабление. Тай. Помимо плавания в бассейне «Дельфин», вы можете посетить тайский спа-салон «Лилавади». Сделать массаж у дипломированных специалистов тайского массажа, окунуться в традиции Таиланда. Вы можете сделать тайский традиционный массаж, также антистрессовый массаж маслом, массаж травяными мешочками, массаж камнями, массаж ног, массаж верхней части спины. Также сделать любую спа-программу для души и тела. Но все же самым основным и популярным направлением в «Дельфине» является плавание. Каждый день в бассейн приходят и взрослые, и дети. Бассейн имеет современную систему водоочистки европейского уровня. В любое время года в бассейне вы можете научиться плавать или усовершенствовать свою технику в спортивной секции для взрослых. Присутствие квалифицированного медицинского работника и профессиональных инструкторов сделает ваше пребывание в бассейне безопасным. В помощь тренеру смотрим за чашей, наблюдаем. Если, конечно, есть какие-то отклонения у ребяток или у взрослых, тоже сразу наблюдается это. Ведем спортивное тестирование, измеряем вес, рост, вычисляем индекс массы тела. Перед каждым сеансом проверяем на качество принятия душа, все, чтобы было кожные покровы в норме, без отклонений, никаких гнойничковых ран. Для детей открыто большое количество групп начального обучения. Вместе с внимательными инструкторами и тренерами они за короткое время овладевают основами плавания. Ваши дети станут настоящими спортсменами, виртуозно владеющими техникой плавания. Они будут обладать высокой скоростью и выносливостью и смогут выезжать на соревнования различного уровня. Мне нравится плавать, потому что можно плавать и прыгать с вышек. Плавать – это здоровье, не болеть. Мне нравится.
нравится, потому что меня здесь учат плавать разными стилями. Какими стилями ты уже умеешь плавать? Дельфин, кроль, на спине, на груди. Ну, практически всеми. А какой самый легкий? Кроль. Мне нравится плавать в бассейне дельфине. Почему? Потому что плавать это очень полезно, развивает все мышцы. Когда мы плаваем в бассейне, ну, у нас появляются больше сил, и мы становимся активнее. Мне нравится плавать в бассейне дельфин, потому что мы развиваем силу и будем лучше плавать уметь. Что касается взрослых, то, как говорят сотрудники, вечером здесь яблоку негде упасть. Самые популярные сеансы – это, конечно же, вечерние. Но и днем поплавать приходят люди разных возрастов и предпочтений. Иногда в бассейн заглядывают те, кто предпочитает глубину – это аквалангисты. Они тренируются несколько раз в неделю, надевают оборудование и спускаются на глубину. Иногда находят потерянные вещи владельцев. Помимо обучения плаванию и его разным видам, в бассейне зачастую проходят различные соревнования. На прошлой неделе работники компании «Уралкали» соревновались в водных состязаниях, корпоративных соревнованиях по плаванию. Более 50 человек участвовали в личном первенстве. Ветеранам необходимо было преодолеть дистанцию в 25 метров, то есть проплыть дорожку в одну сторону. Для всех остальных метраж был увеличен в 2 раза. Эти состязания на водных дорожках стали своеобразной подготовкой к спартакиаде группы «Уралкалий». В начале 2014 года у любителей плавания будет еще одна возможность показать свое мастерство в соревнованиях корпоративной спартакиады. У нас перерыв в спартакиаде, поэтому следующие соревнования по плаванию у нас уже в январе. Это уже будут официальные соревнования спартакиады нашей корпоративной. Я думаю, у людей еще есть 2 месяца, чтобы свои результаты улучшить и показать результаты еще лучше. Это сегодня своеобразная репетиция для них была. Ну, репетиция такая боевая. Плавание – это такой вид, который развивает многое. И выносливость, и осанку, и силу, и дыхание. То есть все. Комплексе. В командном зачете уверенную победу одержала сборная команды СКРУ-3. 2-е место у сборной команды управления. 3-ю ступень пьедестала заняли пловцы СКРУ-1. Своими эмоциями от соревнования с нами поделились сами участники. Меня приглашают. Вот сегодня позвонили 8:30, я уже прибежал сразу, полетел. Все бросил дела и сразу бегу. Что бегу, бегаю, что на лыжах хожу и плавание. А плавание для меня вообще все. С друзьями встретился здесь со всеми. Вот. Они меня так рады, говорят. По что бороду отпустила? Говорю, ну куда? Я к Олимпиаде готовлюсь, к Сочи, говорю. Вот. Мне очень понравилось. Много молодых участвует. Этих ветеранов тоже очень много. Плавать это надо, обязательно. Что укрепляет? Укрепляет все. А для женщин, тем более, вес скидываешь за час плавания 500 грамм в легкую, если ты, конечно, плывешь. Александр, расскажите, как прошли соревнования, ваши эмоции, впечатления? Ну, очень здорово понравилось. Заряд бодрости и здоровья получил. Просто до этого давно не был в бассейне. Очень даже доволен, как плавали. Плавание это вот с чем сравнимо? Ну, даже, наверное, сказать, как сравнить, а? С отдыхом. Отдохнул, заряд бодрости. Сегодня снова в ночь на работу, так что это, настроение отличное. Я плаваю профессионально. Стараюсь ездить на соревнования, выступать, защищать честь города, честь бассейна и честь предприятия, в принципе, Уралкали. Каждый день после тех же самых трудовых будней я прихожу сюда. Хоть я и делаю большой объем тренировок, но я здесь отдыхаю психологически. После бассейна у меня просто приятная усталость. На следующий день я полон сил и готов к новым свершениям. Для Виктории Шиманской одной из числа победителей соревнования нужны в первую очередь, чтобы показать пример сыну. Эмоции положительные, потому что в хорошей форме заняла 1-е место. Ну и стимул для сына как пример. А вот плавание для вас что это? Здоровье, хорошее настроение, ну и форма. Победители соревнований были награждены денежными призами, команды отмечены дипломами. 30-95.
Благодаря большому спектру услуг, квалифицированному персоналу, который с любовью относится к своему делу, спортивный комплекс «Дельфин» стал популярным местом. Только в прошлом году его посетило более 12 тысяч человек. По словам сотрудников, эта цифра с каждым годом только растет. Это говорит о том, что услуги комплекса действительно на высоте. Свою работу бассейн прекращает только один раз в году. За один летний месяц нужно многое успеть. Очистить чашу бассейна, провести различные ремонтные работы, наладить технику, проверить ее состояние. Нам удалось побывать там, где находится сердце бассейна. Именно там обрабатывается вода, устанавливается температура и очищается воздух. Наш бассейн «Дельфин» и его водоподготовка – это является одним из важных показателей эффективности самого всего бассейна. Оно достигается каким путем? Подготовка воды, многоступенчатая фильтрация, подготовка химикатами, это pH, хлор и добавление дезинфицирующих средств. Вот. Соответственно, у нас есть установка озонная для дезинфекции воды. Воду привычным нам способом в «Дельфине» не меняют. Она постоянно находится в чаше и совершает круговорот. Грязная вода поступает в фильтр, где обрабатывается и очищается от различных загрязнений, например, таких как волосы. После необходимых этапов вода подогревается до комфортной температуры – 29 градусов. Мы сейчас находимся возле трех наших фильтров. Это фильтры, наполненные кварцевым песком. Производитель – фирма «Германия». Это высококачественная водоподготовка, очищение воды от вредных и таких нехороших веществ. В соседнем помещении находится система очистки и подогрева воздуха. Поступаемый с улицы воздух также обрабатывается, подогревается и поступает в помещение с чашей бассейна. Для обеспечения высокого уровня работы, оборудования и безопасного купания каждый день, неделю, да и практически все время за водой, воздухом и здоровьем следят специалисты. Если вы хотите побывать в этом чудном месте, то приходите, здесь вам всегда рады. Адрес спортивного комплекса «Дельфин», улица 20 лет Победы, 85. Уточнить время и стоимость услуг вы можете по телефону 5-10-05 или 5-20-19. Работать, работать и еще раз работать. Ну а после только отдыхать. Спортивный комплекс «Дельфин» поможет получить вам массу впечатлений, расслабиться и получить заряд бодрости. Вы смотрели программу «Проходка». С вами была Илона Измайлова. Всего вам доброго.